Здравствуйте, в эфире телеканала «Волгоград-1», я Анжела Умбетова, и сразу предупреждаю, что сегодняшнее интервью будет не только интересным, но и веселым, потому что у нас в гостях стендап-комик, импровизатор Вартан Саргисян. Здравствуйте, Вартан. Привет, Анжела. Давайте мы, наверное, с вами сразу договоримся, что мы будем на «ты». Давай. Так будет, я думаю, удобнее. И пока мы не начали разговор, я сразу хочу сказать спасибо ресторану кавказской кухни «Шафран» за то, что предоставили нам такую удобную локацию. Комфортно, красиво и, самое главное, очень вкусно. Ставим лайк. Я своим гостям всегда предлагаю представиться самостоятельно. Расскажите нам о себе. Так, да, как ты сказала, я Вартан Саргисян, стендап-комик, импровизатор. И еще по совместительству я медиа-менеджер в футбольной школе Леонида Слуцкого. На самом деле, когда наша продюсер о тебе рассказала, я подумала, что беседовать обязательно нужно, потому что, во-первых, стендап, во-вторых, футбол, все, как я люблю, поэтому, думаю, получится у нас интересный разговор. И первое, я хочу спросить, как вообще появился в твоей жизни стендап? Потому что, как правило, когда смотришь интервью с какими-то стендаперами, которыми, наверное, уже все знают, они все говорят о том, что они там КВНом занимались, и вот потом как-то это все перетекло. Как у тебя происходило? Да, кстати, вот КВН вообще мимо меня прошел, то есть я вообще, когда смотрел, ну, я любил КВН смотреть, и во мне не зажглось вот это, что я хочу выступать. Потом появился стендап, по-моему, в 2013 на ТНТ, тоже во мне это не откликнулось. И потом есть такой комик Илья Соболев, и вот он выступает в Comedy Club, а потом я увидел, что в Ютубе у него есть свой канал, где он выкладывает стендап, я вообще не ожидал, что он этим занимается, и еще он выкладывал то, что он импровизирует с залом. И вот тут я зажегся, я прям такой, ну я буду выступать, я хочу выступать, потому что он общался с залом, и они что-то вкидывали, и я с ним как будто выступал, я тоже вкидывал, и иногда наши ответы с ним совпадали, и мы вот с Ильей где-то полтора месяца вместе выступали так бок о бок, и я потом решил, что я пойду тоже. Ну я сразу решил, когда увидел, и знаешь, вот мозг, его не обманешь, когда я начал смотреть его, я тут же, у меня сердце начало стучать, потому что я подумал, да, я, скорее всего, буду выступать. И не знаю, мозг какой-то сигнал дал, что точно ты пойдешь, и я уже начал переживать за свое первое выступление, поэтому было очень круто. А еще мне посчастливилось выступать на концерте Ильи Соболева. Он приезжал в Волжске где-то полтора года назад, и мы с ним встретились перед шоу в гримерке. Ну, а ты ему рассказал о том, что он стал для тебя вдохновителем? Да, вот я говорю, Илья, вот я... как бы ты мой вдохновитель, и он... Я не помню, что он сказал, но в таком ключе, что это очень круто, да. И на сегодняшний день, мне кажется, это мое самое лучшее выступление, потому что, во-первых, это было в ДК, там, на 1000 человек, и как будто бы аудитория Соболя, я в нее хорошо очень попадаю. Возможно, потому что вот я смотрел его, и какие-то вот фишки были изначально на начальном этапе, я применял его словечки, а потом я уже перестал смотреть его и как-то свой стиль выработал и уже по-своему как бы свой голос обрел, как бы сказать. Кстати, недавно я смотрела или подкаст, или интервью с Ильей Соболевым, может быть, он даже со своей женой. Со своей женой он делает, да. Первый семейный подкаст, по-моему, называется, да. Очень интересно, на самом деле, но все-таки Илья Соболев, он такой... Ну, как мы его назовем? Мы его не назовем специфическим, но все-таки, если вот... Ну, он уникальный, да. Да, ориентироваться на его контент, который он именно в Ютубе выкладывает, там, да, там, конечно, так скажем, не для всех. Не для всех, да. А следили за его творчеством как раз, когда он был в трио? Нет, вообще. Просто выходили они, ну, так, ну, Соболь. Ну, вообще, как бы я его приметил еще, на него обратил внимание, когда была «Убойная лига», вот такие его проекты. Но видно по нему было, что он будет в юморе. Он очень прикольный. И, наверное, можно сказать, что он один из первых импровизацию залом. Да, да, 100%. Потом начали себя подхватывать, сейчас все, кому не лень, делают. Ну да, допустим, мой любимый стендап-комик Сергей Орлов тоже этим занимается часто. Это, наверное, одно из самых интересных почти у каждого стендапера. Именно вот. Да, кажется, по-своему. Я, кстати, на концерте тоже Сергей Орлов выступал. Ой, классно. Да. Это вообще мой кумир. Ну, мне, к сожалению, пока что не удалось побывать. Но, надеюсь, Сергей Орлов, я смотрел подкаст с Сергеем Орловым, и он постоянно говорит, что у него много кроссовок очень. И когда мы с ним поздоровались, и он сразу посмотрел на кроссовки. Ну, я был в хороших кроссовках, сейчас не те уже. Ну, правильно. Это просто ты уже знал, что... Да-да. Как произвести впечатление. Ну, да. И следующий вопрос, расскажи вообще, где ты выступаешь? Мы поняли, что на разогреве уже у каких-то комиков, где еще? Вообще у нас в центре в барах проходят открытые микрофоны, есть площадки для открытых микрофонов,
также какие-то платки, мы их называем, когда куда-то такое слово прикольное, платки. Ну, это что-то типа корпоратива. Ну да, там за гонорар уже, там, либо вот так вот. А вообще у нас в Волгограде вот эта стендап-индустрия, она развита? Потому что я за этим так или иначе слежу, но все-таки как-то, как будто в Волгограде редко я встречаю кого-то, с кем действительно, ну, кроме тебя, конечно, хотелось бы мне пообщаться именно в этой индустрии. Ну смотри, я вот 4 года уже занимаюсь, и первый раз, когда я пришел выступать, в зале было человек 15, и из них 7 комиков. Что ты представляешь, да? То есть, ну, а сейчас, да, на открытых... Свои ходят к своим. Да, а сейчас на открытых микрофонах 30-40 людей новых вообще, просто битком. Все вот так сидят, камерная обстановка. То есть каждый раз новые приходят, потому что я когда общаюсь с залом, я говорю, кто в первый раз, и там все хлопают. Поэтому за 4 года очень выросло. И люди уже поняли, что такое, куда они идут. То есть не надо им объяснять. Ну, это на самом деле, наверное, хорошо. А как ты оцениваешь своих... коллег, так назовем. Я считаю, что уровень нашего волгоградского стендапа вырос. То есть у нас есть ребята, которые там были на открытом микрофоне на ТНТ, в других проектах участвовали. То есть мы растем, и у нас очень много комиков становится. А вообще юмор с течением времени, вот 4 года назад, о чем шутили тогда, о чем шутили сейчас, он меняется? И вот самый главный, наверное, вопрос, когда спрашивают у всех про культуру отмены, то есть как будто бы сейчас, когда ты выступаешь, все об этом говорят, нужно пытаться, особенно если ты какие-то такие острые темы поднимаешь, нужно пытаться что-то не говорить, и, ну, чтобы, понятное дело, тебя куда-нибудь не привлекли. Я понял. Но вообще я изначально как бы не люблю вот лезть в какие-то острые темы, потому что, ну, есть миллиард тем, зачем в них идти и нарываться на что-то. Можешь вообще сформулировать, о чем твой стендап? Потому что кто-то шутит просто о жизни, о том, что с ним происходит, кто-то какую-то конкретную тематику выбирает. Я вот, как бы, когда начал выступать, была у меня больше комедия наблюдения. Я там про что-то типа... А у вас было так? Да, да, да. То есть это такое. Сейчас все стало как будто бы больше про себя шутить. Поэтому сейчас я тоже немножко так расту, есть насмотренности. Ну, вообще стендап надо про себя шутить, про свои переживания, через себя все пропускать. Это и есть стендап как бы. А, вот стендап, давайте, давай, для аудитории расскажем. Это потому что многие думают, что стендап – это вот шутка, 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 шутка. На самом деле это ведь не так. Это такой как монолог для аудитории, и это не только шутки, но и в том числе даже какие-то свои переживания. Переживания, да. Да, есть, ну, есть ребята, которые выступают исключительно с ванлайнами. Ванлайны – это короткие шутки, как ты говоришь, шутки, шутки, шутки. Вот, например, плюшки Богдан Лисевский. Вот я был на его концерте, он просто прикалывается, говорит каламбуры и собирает залы. Ну, кто-то глубокую мысль закладывает. То есть вот так вот выступает на сцене. Тебе как ближе? Мне пока вот как бы типа Богдан, Илья Соболев. Вот как будто бы я ближе к этой истории. То есть у меня нет длинных монологов. Проблема в том, что у меня нет длинных монологов. Там на 10-20 минут я не могу быть в одной теме. То есть я сказал ее 2-3 минуты и все, бросил новую. То есть надо, а вообще надо такое делать. Да, но я думаю, все впереди. Тут, наверное, тоже вот от опыта как раз зависит. Потому что когда стендап-комики, которые выступали со своими коротенькими монологами на одном из федеральных телеканалов всем известных, а потом они начали писать свои концерты, и там все с этой проблемой столкнулись, что нужно на протяжении там часа, а то и больше удерживать аудиторию. Но у тебя есть формат импровизации, это хороший момент. Следующий вопрос. Как ты думаешь, феномен стендапа вообще в чем он? Почему люди в какой-то момент вдруг начали так его смотреть, так им понравилось? То есть ушел вот этот вот постановочный КВН, и вот люди решили просто слушать какого-то человека, который рассказывает в основном о себе. Хороший вопрос. Я, кстати, не думал о нем. Ну да, сначала был КВН, потом Comedy Club что-то новое внес, и стендап. Ну, по факту, вот там... В СССР тоже был стендап, когда выступал там Жванецкий, да, там возьмем Райкина. Я недавно смотрел выступление Райкина, это вообще просто. То есть он бы сейчас разорвал залы. Ну, поэтому по факту, как бы просто, как бы говорят, мода циклична, все меняется. И в какой-то момент стендап просто нашел себя и откликнулся у людей.
Как раз если мы уже эту тему затрагиваем, есть у меня вопрос про то, за какими стендаперами ты следишь. Я хочу составить некий такой топ, топ-3 российских стендаперов, может быть, комиков просто, и зарубежных. Потому что, вот о зарубежном, я думаю, можно тоже немного поговорить, давай с этого начнем. Потому что говорят, что там стендап немного другой. Ну, понятное дело, что здесь зависит от культуры страны и прочее, прочее, но как будто бы на шаг выше, нет? Ну, не то чтобы на шаг выше, ну, возможно, да, потому что там стендап начался в 60-е годы, что ли. Вот. Да, даже вот так вот. Поэтому, ну, я не знаю, я не могу всех, мне рекомендовали смотреть какие-то там западных комиков, я не могу всех смотреть, потому что как будто не смешно, либо я не понимаю. Но есть вот для меня вот Дэйв Шапелл, вот мне нравится очень. Ну да, это классик. Да, то есть мне очень нравится, как он шутит. Вот, допустим, вот он на первом месте, если топ-3 будем брать. И Джимми Карр, вот, мне очень нравится тоже. У него, вот как мы говорим, он выступает с короткими шутками, с ванлайнами. То есть у него за концерт где-то 200 коротких шуток. И он плюс миксует это общение и общаясь с залом. А, ну вот, у него такой выход как раз. Да, потому что, мне кажется, если шутить друг за другом, это... Да, ну вот, как бы я, вот это мне тоже больше нравится, короткие. И главное, что, ну, главная цель, чтобы зал смеялся, зрители были довольны, как бы. А как ты это делаешь? Вот, допустим, кто-то вообще делает это молча, да? Да, на самом деле кто-то даже, если смотреть концерты, то там, ну, может быть, это, конечно, такой формат, навряд ли, когда идет концерт живой с публикой, он действительно так прям молчит, но иногда они прям замолкают, то есть дают как будто бы своей аудитории подумать немного о какой-то мысли. Да, бывает тоже такое, что люди такие уже, им не то, что давай шутки, они такие вау, то есть они узнают человека, сопереживает ему, когда он что-то рассказывает. Переносит на себя. Я думаю, это тоже вот один из феноменов в том, что люди видят, что они не одни такие. Да. То есть они... Вот я хочу сказать, если вот третий комик... Ну, это не то, что топ, вот просто я скажу так в целом. Мне недавно сказали посмотреть комика. Ник Бреннан, по-моему, зовут. У него есть концерт «Три микрофона» называется. Смысл такой, что он выходит на сцену, стоит три микрофона. Один для коротких шуток, один для переживаний, другой для стендапа. То есть мне понравился сам формат, мне хотелось посмотреть. И он сначала выходит, рассказывает очень короткую шутку, потом свет тухнет, он переходит на личные переживания, ведет эту линию, потом на стендап. И в личных переживаниях у него была история взаимоотношений с своим отцом, такая очень сильная. И вот так он весь час ходит, а потом он заканчивает личные переживания истории со своим отцом, там до слез. И все, как будто бы точка должна быть, и он потом переходит на короткую шутку, говорит одну разрывную короткую шутку и уходит. То есть можно посмотреть в плане то, что это необычно. Да, и, наверное, у аудитории осталось такое, что они погрустили, потом стало смешно, и такие, да. Что, куда, мы хотим еще? Я поэтому и посмотрел, мне было интересно, что он придумал. Ну, так называется, три микрофона, кто хочет, посмотрите. Да, интересно, я тоже обязательно посмотрю. Тогда топ-3 комика в России. Ну, понятно, наверное, Илья Соболев, да. Первое место. Ну, смотри, Илья Соболев именно как импровизатор, общающийся с залом. То есть как стендап, ну, мне не очень заходит. А вот как Соболев общается с залом, он лучший реально в России пока что на этот день. Но я уже подхожу тоже к этому. Конечно, конечно. Так, а потом что, Ваня Усович, скорее всего, 100%. Я сейчас говорю о людей, которые, если бы я увидел их в ленте, я бы начал смотреть. Это Ваня Усович, у него вышел недавно на Ютубе тоже концерт. Я его, к сожалению, еще не смотрел, но посмотрю. Да, он называется «40 лет максимум», очень классный. То есть Ваня Усович вообще уникальный, он просто говорит обычные вещи. Так, и самое интересное, да, ощущение, что он как будто бы вообще не старается. Да, он как будто просто. Ну, вот это и есть какой-то уровень, свой стиль, нашел свою подачу. А третий, наверное, человек, который тоже посмотрел бы, это Вася Медведев, но он не такой и уж известный. Ну, как бы он среди комиков очень известный. У него очень крутые мысли, то есть мне нравится. У него очень классный заход, потом он как-то сворачивает. Ну, не знаю, мне очень нравится он. Так, ну, запомнили. Да. Еще хочу спросить про волгоградскую публику. Говорят, даже люди, которые не из Волгограда, что волгоградцы все такие угрюмые, скучные. Очень часто говорят, что даже на концертах сложно публику раскачать, хотя, казалось бы, вы приходите на определенного, допустим, там, артиста и должны уже быть заряжены. Правда ли это, или все-таки сейчас волгоградцы уже подкидываются на любые шутки? Я вообще не согласен с этой теорией. По мне, волгоградская публика очень хорошая, потому что
я выходил на концерты, они очень реагируют, хорошо смеются, подкидываются. Приходят на наше шоу, где по факту неизвестные комики выступают и тоже смеются, с нами общаются. Я когда с ними импровизирую, задаю какие-то вопросы неудобные, то есть все открытые. Поэтому, возможно, просто я в этой среде, и для меня как будто все позитивные, я ищу позитивных людей. Вот, например, ты. Спасибо, да. Это правда. Я всегда стараюсь быть на позитиве, особенно когда интересное интервью. А может быть, это все-таки зависит от возраста? Есть такое, что как будто бы, вот, допустим, молодежь, там 20-35 лет, вот они знают, что такое стендап, знают, как нужно себя вести в этом плане, и аудитории тоже. Может быть, так, а те, кто постарше, еще немножко не понимают. Ну, я скажу тоже по своему опыту. Приходили очень взрослая публика. То есть уже очень взрослые, и они тоже смеялись. Их мало приходят, но они приходят тоже, и мне всегда интересно, вау, как... Просто мне самому интересно, как они отреагируют, и они очень позитивно. Вот недавно приходили тоже к нам на шоу, и они уходили, у нас просто стояла камера, и микрофон остался включенным, и там были две женщины такие взрослые, и они сказали, я не ожидал, что так классно будет. Вот это прям вот такой свежий отзыв, можно сказать. Ну, это на самом деле хорошо. Это хорошо, что да. Наши волгоградцы умеют как-то выдохнуть, отдохнуть, потому что стендап это как раз-таки нужна доза юмора. Расслабляет. Да. Так, ну и дальше мы продолжим. Давайте, может быть, чаю выпьем. Давайте я как джентльмен налью. Давайте. Тебе. Да. Не вам, да, а тебе. Я не могу никак привыкнуть, потому что у меня постоянно формат на «вы», и теперь получается то же самое, но я буду стараться исправляться. И, наверное, следующий вопрос, который мы обсудим, это вообще, почему тебе нравится стендап? Ну, такой вопрос, понятное дело, общий. Я как раз-таки сразу имею в виду, задам потом второй, про то, почему стендап может не нравиться. То есть, как именно стендап-комика, что в стендапе может быть плохого? Потому что, понятное дело, что в любом деле есть положительные стороны, есть какие-то отрицательные. Давай с отрицательных начнем. Наверное, самое, что может быть плохое для стендап-комика, это, как ты говоришь, там отмена. Что-то он где-то не пошутил, что-то сказал, куда-то это кто-то выложил. Наверное, вот это самое, то, самое негативное, с чем может столкнуться комик. А положительно, не знаю, я не могу описать. Я просто, когда первый раз выступил, и мне захотелось еще раз выйти на сцену. Ты выходишь на сцену, это такие эмоции. Которые ты получаешь от аудитории. Да. То есть для тебя это в основном вот такой заряд бодрости, заряд, который да. тебе дают. Особенно я... шучу там по своему стилю, и когда зал как бы подсаживается на мою волну, так сказать, да, и классно, мы все вот так плывем в этом, очень круто, такой заряд получаешь. Если говорить о темах твоего стендапа, мы уже это чуть-чуть затронули, но вот опять же, мы вспоминаем какого-нибудь Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова, который жестко проходится по своим женам, или мы вспоминаем какую-нибудь Варвару Щербакову, которая вот свой стендап в основном строит на том, что говорит о том, как женщинам сложно в этом мире. Вот у тебя, ты шутишь на какие-то прям такие личные темы? Нет, я почему-то не шучу на личные темы. Есть там шутку про маму, я немножко говорил, чуть-чуть. А потом я рассказал, она говорит, ну ладно, нормально. Смешно. Кстати, да, родители смотрят, следят за этой твоей деятельностью? Да, мама была просто в моем выступлении, брат, сестра у меня есть, они тоже приходили, классно было. Мы прям делали такой специальный для родителей, такая вечеринка была. Вообще, да, интересно. Да, потом цветы подарили. Потому что в этом плане, когда рассказывают тоже какие-то известные стендап-комики, они говорят, вот мы на своих концертах материмся, рассказываем какие-то истории про родителей, а потом они приходят к нам, и у нас такое сразу волнение, а что они скажут? Нет, в целом я очень редко шучу про личные темы, поэтому у меня такие больше. Ну, всем понятные шутки. Да, да. Универсальные, чтобы ты мог везде потом, да. Чтобы шутить о личном, наверное, вот здесь как раз-таки подходит формат такого длинного выступления, когда ты рассказал аудитории, какие у тебя отношения с человеком, да, чтобы погрузил их. Шутишь, да. И потом уже становится, вот больше, конечно, в коротких, поэтому так происходит. Я думаю, мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь, впереди много интересного. И самое главное, что поговорим о еще одном занятии Вартана, поэтому... Не переключайтесь. Вот мы и снова в эфире. Напомню, мы общаемся со стендап-комиком, импровизатором Вартаном. И следующий мой вопрос будет...
про шоу и проекты, в которых ты участвуешь или, может быть, которые даже организовываешь. Ну, смотри, есть один проект, который как бы... Больше всего тебе близок. Ну да, как бы да, это проект, который... Моя идея была его сделать, то есть я нашел площадку хорошую, и вот оно пошло, получается. Это шоу-терапия называется. Вот оно уже 3,5 года существует. Наверное, самое топовое шоу сейчас у нас в Волгограде. И о чем? Терапии, название, да, само собой говорит. Люди приходят к нам на шоу, пишут на карточку свои проблемы, которые у них есть. Мы кидаем их в ведро, 3 комика общаемся и разгоняем все это, и люди, да. Это чуть-чуть похоже на решалы. Вот, смотри, да. Решалы появились год назад где-то, да, может, 1,5, а это уже 3,5 года. И многие приходят нам, говорят, да это как решалы, вы взяли. Я начинаю объяснять, что нет, это 3,5 года уже. Еще, кстати, хочу сказать большой респект. Это Артем Осипов и Саша Плотников. Это ребята, которые со мной тоже решают проблемы. Без них это шоу не стало бы таким популярным. Ну и с какими проблемами приходят волгоградцы тогда, интересно? Они тоже, наверное, что-то шуточное? Или иногда пишут прям действительно какие-то проблемы? Давай я скажу последнюю проблему, потому что я помню, у нас просто мы как бы снимаем ее и монтируем, и выкладываем. Кстати, еще респект огромный Сергею Кузнецову, который все это делает. Да, ему респект. Всей большой команде респект. Да. То есть то, как мы выглядим в интернете, это все он делает. Было у нас, получается, шорт залетел, ну, видео залетело на 500 тысяч просмотров пока что. И там была вот такая проблема. Девушка пишет, встречаюсь с женатым мужчиной, и за те 4 года, что он разводится, они уже родили одного ребенка, сейчас она беременна вторым. И она спрашивает у нас, что делать, соскакивать или дождаться третьего? А потом она добавляет, может быть, я их счастливый талисман? Ну, тут, да, это даже шуточный вопрос, поэтому, наверное, и залетело. Да, может быть, да. Но ну вот... и какой был совет тогда? Я не помню, что мы сказали. Не помню, правда. На самом деле, я просто сейчас задумалась, а что бы я этой девушке посоветовала, и еще, чтобы это было как-то смешно, я бы даже, наверное, не придумала. Ну, там столько комментариев можно почитать, там люди начали советовать между собой общаться, я даже как бы не лез в них. А вообще, что, кто-то говорит, я зарабатываю 1 000 000, мне не хватает, такие были вопросы. Кто-то говорит, я рад 50 тысячам, да. То есть вообще по-разному. Кто-то продавал что-то, гольф-клуб свой там приходил. Ну, понятно, в общем, то есть проблем там очень много, правда. Там смотришь иногда, чего только не волнует людей. Но это классно, что они раскрываются, потому что поначалу, когда это шоу было, люди вообще не понимали. Они такие, почему так холодно, писали такие вопросы. Ну, а на самом деле, это вот немножко можно сравнить, как Слава Комиссаренко, который выкладывает... как это правильно называется, не помню. А не видел у него. Но он тоже общается с аудиторией, ему задают вопрос. Ага. И иногда там задают что-то интересное, а иногда там спрашивают что-то, как дела? И тут нужно уметь, конечно, вот это вот все разогнать, потому что, естественно, у Славы это уже развит, да. Этот навык. А мы втроем как бы, втроем классно. Ну, вам, кстати, легче, да. Ну, у нас, с кем мы начинали, один парень, Саша, уехал в Москву, и теперь мы, получается... Зовем гостя приглашенного, то есть у нас путь интереснее становится тоже, когда да. Из других там сфер, не только комиков зовем, поэтому а интересно. У тебя когда-нибудь была мысль, чтобы полностью уйти в стендап и вот тоже куда-нибудь в столицу махнуть? Да, наверное, надо к этому идти, потому что я хотел бы этим заниматься всю жизнь, мне нравится, правда, вот эта вещь. Ну, как, знаешь, говорят, что надо найти себя в жизни, и вот юмор это... Нашел. Да, на самом деле, как оказалось, я почему-то раньше об этом никогда не задумывалась, но есть люди, которые несчастны, потому что они занимаются нелюбимым делом. Меня просто тоже это не касается, потому что то, чем я занимаюсь, мне очень нравится. А вот люди, вот действительно, они рассказывают о своей работе, у них не горят глаза, это так грустно, и как-то хочется им сказать, бросай все и начинай делать то, что тебе нравится. А они говорят, а мы не знаем, что мы хотим. Вот это вот самое. Да, надо вот понять. Что... Вот ты видишь, у меня как получилось, что я говорил, да, что я посмотрел Соболи, и я зажегся, у меня сердце застучало, потому что я понимал, что я пойду. И уже начал переживать в своем первом выступлении. А вот интересно, в других городах выступаешь? Да, вот я выступал со стендапом в других городах, это Волжский, например. Ну, это слишком близко, это не считается. Ну, ладно, так, смотри, я выступал в Москве 2 раза, выступал в Москве в самых топовых стендап-клубах, мне очень посчастливилось. И различается как-то публика или нет? Да, там сложнее, там вот... Они там уже много чего знают. Я говорю, и это было давно еще, то есть я сейчас бы, может быть, я там хорошо
зашел. Это, получается, первый стендап-стор. Это вообще одна из топовых, там ТНТшники проверяют свой материал. То есть я там выступал. И туда, чтобы попасть, ты не представляешь. Открытый микрофон, просто надо репостнуть ВКонтакте афишу, и там просто ведущий рандомно выбирает 15 человек. И там около 200 репостов, если чтобы... Да. И они все приходят туда? Не-не, вот это комики репостят, чтобы выступить, чтобы их выбрали. И как-то, да, я репостнул, когда был в Москве, поехал там в гости, и меня выбрали, представляешь? Я с утра просыпаюсь, мне оповещение приходит. Сегодня в стор приглашаются, в Артан. Я такой, ничего себе, в сторе просто. Классно. А второй раз я выступал в стендап-клубе номер один на Новом Арбате. Да, если ты знаешь, да. Да, не тебе, вот, Орлов оттуда как бы вышел. Поэтому вот таких, я два раза был в Москве, и на самых лучших площадках мне удалось выступить. Это, конечно, круто. Ну да, это прям интересный опыт. Это как в сериале «Миссис Мейзел», если смотрели такой, нет? Нет, хотя я такая сериаломанка, что странно. Следующий вопрос будет у нас про другое твое занятие, тоже очень интересное, и об этом я тоже хочу поговорить. В твоей жизни есть еще футбол. Как? Чем ты занимаешься? Ты тренируешь? Нет, я медиа-менеджер, получается, в футбольной школе Леонида Слуцкого. А, получается, что ты отвечаешь за социальные сети? Социальные сети там, вот, и всякие челленджи придумываем, снимаем. В общем, какое-то иногда развлекательное даже что-то, помимо голов, статистики и прочего. Да, но тут мы сразу говорим, наверное, о медиа какой-то лиги и прочее, медиа, прочее. Да. Кстати, интересно, как ты относишься к этому, потому что я у футболистов всегда об этом спрашиваю. А кто-то, кто занимается профессионально, очень часто говорит о том, что это, да, медиалига. Я тебе скажу так, я был на финале медиалиги, я получил аккредитацию, я пошел туда, я снимал блог, кстати, у меня тоже есть канал. Были, конечно же. И так классно было, что я думал, как обычно, СМИ уходят за ворота. Да, мне тоже очень понравилось. И я стою просто с ребятами в раздевалке, потом забили гол, я с ними побежал тоже. Вообще, это пока что, наверное. А еще интересно, что они часто вешают микрофон на футболистов. Mm-hmm. Понятное дело, что там очень много нецензурной лексики, но за этим интересно. Не, медиалига молодцы, они просто взяли и сделали шоу из футбола. Возможно, что и профессиональному футболу такого не хватает. Ну да, потому что, например, вот СКА Ростов есть такой, владелец Баста, рэпер у них. Они играли в НЛ-2, сейчас они заявились в медиалигу. Просто ушли из профессионального в медиалигу. Ну, тут, наверное, интересно. Конечно, свой вклад Баста в это тоже, да, внес. Ему, наверное, там поинтереснее тоже, да, было. Поэтому вот так. Не, медиалига крутой проект. Так, и я знаю, что, ну, я, конечно же, когда готовилась, просмотрела твои соцсети, и я видела, что ты выступал в роли интервьюера, да. С Леонидом Слуцким. Ну вот, расскажи про это, что это вообще было. Это как раз тогда, когда с Дзюбой они приезжали к нам. Да, они приезжали на открытие Бомбонеры. Так, ну мы пообщались, на самом деле мне очень понравилось, хотя я думал, о чем можно говорить со Слуцким, потому что человек, который работал в Англии, в Голландии, тренер сборной России, который давал интервью вообще ведущим изданиям футбольным, я думал, будет сложно, и Слуцкий прям сразу начал... Он с тобой разгонял шуточки. Он начал шутить, он начал меня подкалывать, я такой, да, все, я в своей тарелке, сейчас я покажу тебе. Ну, круто было. На самом деле, Слуцкий красавчик. Он разговаривает. Вот. И у меня, допустим, словарный запас очень скудный. Я не знаю, как я выступаю иногда. Но Слуцкий, у него можно поучиться. Он прям филигранно жонглирует словами. Классно. Ну, опять же, опыт. Тем более сейчас, наверное, нет, но вот какое-то время назад он был прям активным участником, да, 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 всех проектов разных. Я он просто YouTube что, везде, я да. Я много что с ним смотрела. И, в частности, их с Дзюбой, конечно, тоже шоу. Ты смотрел? Вот сейчас новая, которая вышла? Ну вот, да, просто футболистов где не приглашают. Но не только там футболистов, да, по-моему, да, да. Дорохов тоже был. Вообще, как думаешь, насколько формат интересный? Да, конечно, интересный. Если есть просмотр, мне кажется, он интересный. Ну, здесь, мне кажется, тоже, потому что мне знакомые сказали, ну, классно, конечно, интересные личности, но я, пожалуй, не буду смотреть, потому что это про футбол, я вообще футбол... Ну, футбол надо любить, да, в первую очередь, чтобы было интересно. Но иногда уже смотрят и чисто из-за персонажей что-то. А с Дзюбой ты пообщался? С Дзюбой, да. Приезжали в это, получается, где базируется школа Слуцкого, стадион Бомбонеры, было открытие. Ну, прикольно было. Я подошел с Дзюбой. Ну, мы фотографились, я так снимал его со спины, и так говорил, это Артем Дзюба, мама, это Артем Дзюба. Да.
И такой 22 дюба, такая машина просто. А я еще, кстати, спросил про интервью, когда общался с Леонидом Слуцким. Я говорю, кто вам дороже, я или Артем Дзюба? А, ну это вы украли у Плюшек. Да, но я хотел подколоть его этим, да. Прикольно. Интересно, он понял? Он понял, но он сказал просто что-то. Мама. Да, ну круто было. Мне очень классное интервью, мне с ним классно общаться. Ну, понятное дело, я бы на самом деле тоже не отказалась, очень интересно было. А, кстати, где он сейчас? По-моему, как будто немножко так пропал. А я сейчас скажу, Слуцкий сейчас тренирует Шанхай, Шэньхуа, он уехал в Китай, да. Поэтому, Виктор, если вы смотрите, нихао. Это, знаешь, как говорят сейчас, все топовые ушли куда-нибудь там в Эмираты играть, так и у нас сейчас все уходят почему-то в Китай. Ну, это, скорее всего, да. Мне кажется, у него много было предложений, но он выбрал вот так вот. Кстати, да, и он сразу в своем первом матче официально выиграл Суперкубок Китая у действующего чемпиона страны. Так что, красно. Но это, я думаю, после моего интервью с ним он немножко подошился. У тебя есть любимая команда? Да, у меня есть сборная Бразилии, моя любимая команда, это вообще просто. Я на чемпионате мира, когда у нас был, я вообще весь месяц был на набережной фестиваля болельщиков, все матчи смотрел, и когда Бразилия, я вот так сидел в форме, я был в форме Бразилии, ходил в матчи. И когда они вылетели в 1-4, было так печально было. Но было самое интересное, что ко мне подходили люди и фоткались, думали, что я бразилец. Я говорю, вот Сарксян. Ну, а это были наши волгоградцы? Да. Но одна девушка подошла ко мне, и я такой, у меня был перевернутый бэджик, и я это, ну, что-то молчал. Надо было сказать, я Неймар. Привет. Не, классно было, это вообще лучшее, наверное, было. Чемпионат мира, это классно. Я в этом году заканчивала школу, 11 класс, я помню, у меня был выпускной, и в этот день мы встречали рассвет, как полагается, и в этот день должен был быть матч, и на набережной, по-моему, стояли экраны, мы там проходили, и люди уже с самого утра туда приходили, и я не знаю, может быть, они, конечно, там собирались сидеть весь день, может быть, нет, потому что, понятно, во второй половине дня был матч, но это было, конечно, удивительно. Ну, вообще весело было с иностранцами общаться. Исландцы вообще прикольные тоже, они там кричали. Я тогда, естественно, болела за Испанию, мне было чуть-чуть грустно, меня все ненавидели. Ну, они же вылетели от сборной России, да, можно просить. Нога Кенфеева знаменитая тогда. Да. И сейчас даже попадаются в шортах вырезки, где что-то вообще самый великий момент футбола. Да, это классно было. А есть какие-то футболисты, за которыми ты прямо следишь? Мой любимый футболист это Криштиану Роналду, потому что я как бы еще из Манчестера, если брать не сборную, за Манчестер Юнайтед болею. Он просто величайший человек, у которого все есть, просто все есть. Я не знаю, люди уже, у которых все есть, там в 30 уже начинают завершать карьеру и едут там в Саудовскую Аравию за деньгами. Человек просто в 37 хотел играть еще в основе, просто он классный, он сверхмотивированный, он хочет забивать голы, поэтому с него надо брать пример вообще, как любому футболисту. Я уже близка к тому, чтобы пожать тебе руку. И единственный вопрос, который вот сейчас, если прозвучит то, что мне нужно, как думаешь, кто победит в этой Лиге Чемпионов? Так, ну смотри, вот на той неделе был четвертьфинал Реал Манчестер Сити. Я вообще-то, ну, я как бы думаю, что Реал победит. Потому... Ну, все, можно пожать руку, да? Ура! Потому что, ну, они прошли Сити, я думал, что из этой пары кто-то станет чемпионом. Но если не Реал, допустим, да, исключим такого, ну, что Реал, это Реал. Я бы хотел, чтобы выиграла Боруссия Дортмунд, потому что она самая слабая из этой четверки, команда, которая не избалована титулами, поэтому я всегда за андердога болею. Если не ну так. Да, на самом деле это было бы интересно. Так. Но нет. Да, Реал надо брать. Нет уже вариантов, потому что я сразу подумала, если сейчас проходим, то все, тут да, уже это без уже, вариантов. Уже как бы, если ты Сити проходишь, то это отпускать нельзя. Ну, раз уж ты смотрела, я не могу не спросить вопрос, вот как ты считаешь, это была заслуженная победа? Просто первый матч, понятное дело, рикошет, все, да, все да, неправильно, да. Все не классно, Сити катком пройдется в следующем матче. Потом мы смотрим первый гол Реала, который просто великолепно был сыгран. Я когда его увидела, потом, правда, на пенальти я уже немножечко начала засыпать. Ну да ладно. Как думаешь, это заслуженно было или нет? Я считаю, если ты победил в спорте, нет такого заслуженного, не заслуженного, потому что Сити имел счет момент. На табло, да, да, счет на табло. Сити имел свои моменты, они могли забивать. Я, кстати, таким Реалом, наверное, никогда не видел, обороняющимся весь тайм.
То есть я такой, ничего себе, это Реал. Ну, сейчас у Реала вообще другая игра, это да. Понятное дело. Ну да, то, чтобы... вышли лидеры, Бензема, у них перестройка идет. Я, если честно, скучаю очень сильно. Но надеюсь, что все переходы, которые планируются, мы понимаем, о ком мы говорим, если да. вы вообще смотрите футбол. Да, если он придет, это будет да. вообще величайшее. Да, будет интересно. Опять будет Галактикус, когда во времена Бекхэма и Зидана. Да-да-да. А Ротор наш, ты следишь за ним? Конечно, да, я как бы... в футбольной сфере борюсь, так сказать, поэтому да. Ну и что можешь сказать, какие перспективы у команды? Мы выйдем в первую лигу, наконец-таки, или нет? Посмотри, я как болельщик, очень большой любитель футбола, как человек, который родился и живу в Волгограде, я хочу, чтобы команда из нашего города была представлена в высшем дивизионе, поэтому будем только надеяться, потому что в Волгограде есть вот это вот наследие чемпионата мира, стадион есть. В Волгограде очень любят футбол. Я на последнем матче был, они с Родиной играли, на котором я был. Все идут с детьми, толпа. Ну это классно, все орут, скандируют. Поэтому Волгоград заслуживает того, чтобы была команда в элитном дивизионе, она опять вернулась. Ну, очень на это надеемся. А, кстати, вот сейчас скоро будет у нас УЕФА юношеский турнир. Будешь смотреть матч? Вот, который завтра начинается? Да, я планирую посетить матч. Я хотел бы посмотреть матч Сербия-Гана. Интересно будет. Да, все пошутили, потому что я пойду по работе туда, на Россию, Казахстан всегда. За кого ты будешь болеть? За ничью, чтобы... Если туда победит дружба в любом случае. Ну, интересно, посмотрим, что из этого получится. Да. На самом деле, я очень рада, что у нас в Волгограде часто проходят мероприятия. Вот сейчас СРФС вот их всегда организовывает, вот такие подобные всякие ретро-матчи. Это все очень классно, и общаешься с людьми. И всем это нравится, это как будто всех так объединяет, какое-то хорошее событие. И сейчас этого в мире очень сильно не хватает, так же, как и юмора, в принципе. Yeah. Ну вот еще ЮФЛ есть, юношеская футбольная лига, где команда школы Слуцкого играет. Вот тоже мы на ВГАВКе играем свои домашние матчи. Ну и вообще как, ребята, заряжены? Думаешь, у нашего футбола в Волгограде есть будущее? Потому что сейчас все говорят, в Роторе не играют местные футболисты, это очень плохо, поэтому... Ну, слышал такую тенденцию. Ну, давай на нашем примере школу Слуцкого возьмем. ЮФЛ, это юношеская футбольная лига, она идет уже третий сезон. После первого сезона у нас парня забрали в Академию «Зенита» в Санкт-Петербург, чтобы ты понимала. После второго сезона у нас 4 человека ушли в ведущие академии, там в Ростов, в Родину. И половина из них уже подписали контракты. То есть, получается, есть. Да, надеюсь. Ну, спасибо, да, реально Слуцкому спасибо. Не потому, что там работает, но то, что он сделал такой стадион и дает возможность пацанам пробиться. То есть это есть примеры, которые уже ребята вышли и подписали контракты, и там уже связали свою жизнь с футболом. Я рад за них очень. Да, мы тоже надеемся, что некоторые из них потом будут возвращаться к нам и играть у нас. Да, почему все возможно. Интересно, вот футбол в твоей жизни вообще как появился? Потому что кто-то говорит о том, что у меня папа всю жизнь смотрел, и я с ним. Кто-то говорит о том, что друзья, а я просто увидел там матч, и мне очень сильно понравилось. У тебя как это было? Так, у меня было, смотри, мне 8 лет, я как сейчас помню. Я выхожу во двор, и мы играем в футбол просто на асфальте. Мяч был резиновый, я прям помню этот день, и такая, как бы белая такая радуга была, обертка. Все, мы играем таким мячом, и я знакомлюсь с пацанами, и все, я влюбляюсь в футбол. Я просто был ребенком, не знаю, ребенок очень, наверное, впечатлительный, я, наверное, эти эмоции получил, и я все, я футбол хочу. Я хочу в футбол играть. И все, я вот с 8 лет, получается, в футболе, я играю в футбол. У нас, ну, мы раньше играли вот во дворе, там асфальт, потом двор на двор. Ну, классные времена были. Сейчас, конечно, у ребят такие условия сумасшедшие, и все, с газоном стадионы. Тут, казалось бы, играй и да. побеждай. А как-то юмор помогает тебе вот конкретно в твоей профессии, в футболе и, конечно, в жизни тоже? Вот такой вопрос. Я думаю, да, помогает, потому что благодаря юмору как бы ты раскрепощаешь людей, когда общаешься. Вот даже я говорил, да, про интервью со Слуцким, что я общался. Я был сначала так немножко скован, а потом начал шутить, и я такой, ну все, это классно. Поэтому юмор очень помогает. А вот мы снимали челленджи тоже в нашей школе. И с элементами юмора. Там ребятам надо было забить голы в ворота. Ну, я говорю, давай оденем тебе все, мы там типа сапогов, завяжем глаза, и это уже как бы с юмором. Плюс я что-то там рассказывал, прикольно было. Поэтому юмор, да, он однозначно, я считаю, помогает. А в жизни?
это вот помогает как-то, я не знаю, справляться с проблемами? Или, может быть, легче просто относиться? Да, скорее всего, ну, с проблемами тяжело справиться с помощью юмора, конечно. Но относиться легче, надо себе установку давать, потому что смысл нервничать, я считаю, все-то. Потому что все решится, а ты будешь нервничать и просто усугубишь свое здоровье, и все. Поэтому надо вообще общаться с людьми, которые заряжают тебя, а не разряжают, вот так я скажу. Ну да, как говорится, все зависит от твоего окружения. Окружение, да. Если у тебя окружение, которое там стремится быть лучше, то ты как-то автоматически тоже к этому подключаешься. А все-таки как ты сам считаешь, ты вот стендап-комик или вот, ну не футболист, так скажем, а работник в сфере футбола? Не знаю, просто смотри, это как бы у меня две мои карьеры идут параллельно и не мешают, поэтому я не знаю, 50 на 50, потому что я и то люблю. Вот так вот. Даже у кого-то из этих профессий моих нету контрольного пакета акций. 50 на 50. Ну, на самом деле, наверное, это можно даже каким-то образом совместить. Можно придумать что-то такое интересное. Да, конечно, можно. Футбольную прожарку, кстати. Только что придумали проект. Нет, конечно, это да, все. Ну, они же по факту это две творческие работы, поэтому они идут вот так и не мешают друг другу. Давай попробуем дать нашим телезрителям какой-нибудь совет о том, как оставаться всегда на позитиве и как-то, я не знаю, легче относиться к жизни, что ли. Ой, ну всегда на позитиве быть сложно, потому что у каждого человека своя жизнь, свои проблемы, которые мы не знаем. Поэтому в целом надо стараться искать какие-то позитивные моменты в жизни. Как я говорю, окружать себя людьми, от которых ты питаешься. И вот так, еще вот сказал Чарли Чаплин, что самый потерянный день в жизни – это день, когда мы не смеялись. Поэтому надо смеяться немножко. Да, и это... всякая такая улыбка продлевает жизнь. Да. На самом деле, я вот услышала такую одну интересную мысль у девушки. Я даже не помню, кто это сказал, но она говорит: «Я хочу сохранить на своем лице все морщины, потому что они появились от моих эмоций, от смеха, от грусти какой-то, когда я плакала. Но вот я не хочу ничего изменять в себе, потому что вот это мне напоминает о каких-то моментах моей жизни». Интересно. Да, интересная мысль, согласна. И вот, конечно, в конце, это будет отличным завершением для нашего интервью, я не могу отпустить тебя без какого-то отрывочка из стендапа или из какой-то шутки, которая всегда заходит. Да. Ну тогда, да, я расскажу ванлайн, про который мы сегодня говорили. Ванлайн – это короткая шутка, вот такая. Ну, сюда заходит вроде, но сейчас не факт, что зайдет. Но попытаемся, да. Значит, я люблю засыпать под включенный телевизор, поэтому однажды я уснул в Эльдорадо. Ну, да, наверное, весело. Ну, я же говорю, это завершающая нота. Отличная. Спасибо большое тебе за эту беседу. Было очень приятно познакомиться, во-первых. Во-вторых, обязательно приглашай. Я на терапию тоже сходила. У тебя столько проблем накопилось. Да, все, я тебя приглашаю. Я тебе маякну, когда будет у нас. Отлично. Вы, дорогие телезрители, тоже обязательно приходите, потому что разгрузиться от своих проблем всегда очень полезно. Спасибо большое, что посмотрели. Это было интервью со мной, с Анжелой Умбетовой. Я продолжаю знакомить вас с интересными людьми Волгоградской области и не только на самом деле. До встречи в эфире!